Когда вас убьют через 5 секунд, вы станете снова живым, пользуйся. А как я работал? Это же я теперь играть буду лучше! Это Лиана! Hi, hello, guys! Меня зовут Демьян Волков, и сегодня мы будем снимать лайфхаки в Among Us! Ой, кажется, мой младший брат пришел. А, там открыто? Я не бревно. Куда? Где ты взял елку? Я несу бревно. Где ты елку взял, дубина? Своровал я ее. Ну кого ты своровал, мы не воры. Мы два низины, 20-го подъезда. Ты подъезд, елку ложи, видос давай снимать, я просыпаюсь, ты не ешь. Все, ложи. Да двинь ее куда. Ну давай, девушка, ты стоишь. Куда? Сядь сюда. Мы видосы будем снимать или нет? Видос? Хуй. Это мой младший брат Вано, скажи всем привет. Всем привет! Подними ухо. Не бей меня. Подними ухо. Так что за видос сегодня? Мы сейчас посмотрим лайфхаки в ТикТоке. В ТикТоке? Да, кстати, подписывайтесь на что, если что, на ТикТок, вот. Погоди, а лайфхаки чего? Помолчи, вот Ванин ТикТок. Вот мой ТикТок. Подписывайся. Ну так вот, мы сейчас будем смотреть в ТикТоке лайфхаки, а потом будем пробовать их в самой игре в Among Us. Лайфхаки Among Us? А какие там могут быть вообще лайфхаки? Ну Among Us, обычная игра, что там может Чувак, быть? Есть много крутых фишек, о которых мы не знаем. Ну так давай смотреть. Якась дитина дурна. Главное, хоть у тебя психичное порушение. У меня единорог на голове. Взял вчера шапку, все, сошел с ума. Смотрим первый лайфхак. Погнали! Сегодня я вам покажу один баг, который поможет тебе в прохождении игры. Идем на камеры. И смотрим в них, и не выходя, начинаем. Так, мы идем в охрану. Ты можешь затроллить друга. Ты ушел. А меню с камерами будет открыто. При этом камера будет мигать. Ахуй, хитрая жопа! А когда друг придет туда, он офигеет. Офигеет. Подумает, что там кто-то есть. О! Но на самом деле нет. Короче, ты идешь в охрану, заходишь в камеры, а сам передвигаешься. Если это работает, то это супер круто. Ну типа да, это как читы. Ты заметил то, что камеры тоже двигаются? Короче, мы не выходим с камеры, начинаем бегать по карте. Не, ну шо? Я не уверен, что это будет работать, но надо проверить. Да. Мы разрушители лайфхаков. Разрушители мифов Among Us. Заходим сейчас в Among Us, создаем карту. А я буду вводить код. Да, я знаю. Все, играем. ГПМ ПВФ. Хожу. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ты что, зайти не можешь или шут? Я зашел в игру. Это великолепно. Пускай у меня будет шляпа новогодняя. Все-таки у нас есть вон елка, которую принес Вано. Ты что, донатер? Че донатер? Я только сейчас понял, что у тебя. А у тебя нету новогодних шапок? Нет. Как нет? Ну вот так нет. Как бы да. Я донатер. Итачи! И Магомед. Так, погнали, погнали, быстро. Погнали. В комнату охраны бежим. Вот, собственно. И попробуем тот самый лайфхак. Как думаешь, работает? Не знаю. Так, я зашел в камеры. Что, двигаться можешь? Нет. Блин, да розовый дурак, он все сбил. Зухра, ты что творишь? Звучит как будто бы какие-то... Обзывательства на японском. Подожди, если нас смотрит Зухра... Извини, пожалуйста. А это имя такое? Вдруг да. Гоу скип, тюфяки. Это просто невозможно лайфхаки проверять, алло. Что? Почему? Может быть, тебя просто узнали и захотели бы... Нет, это потому что я бы предложил скип. Анатолий! Короче, быстро бежим в ту комнату, потому что я чувствую, что меня сейчас грохнут. Да, побежали, побежали, вечно ты где-то в сраке бегаешь. Так, я захожу, включаю камеру. Ну что, двигаться не можешь? Нет, что за чушь? А ну я тоже попробую сейчас. Короче, что-то пока что, ребят, ни у кого не... Нюхай, бабы. Бля, а что они все сюда прибежали? Вы что, тоже лайфхаки пробуете? Нормально вообще! Это нормально вообще! А ты что психуешь, меня убили. А, да. Все, ребята, лайфхак. Лайфхак говно. Ни у меня, ни у Вано не получилось как-то передвигаться, еще и ко всему к этому меня грохнули. Переходим к лайфхаку номер два. Ты лайфхак. Так. Нажимаем создать игру. Допустим, три придачи. И здесь показываются красные человечки придач. Раз, ага. Два, значит, второй цвет придачи. Подтверждаем. Делаем публик и выбираем второй синий цвет. И ждем людей. Начинаем.
И что он сейчас будет? Кто я? Не! Я принял твою мечту! Я не верю в это! Это невозможно! Как? Типа, если ты там красный человечек, к примеру, третий, то ты выбираешь цвет под номером 3. Нет, это невозможно. Это какой-то чит на предатель, я в это не верю. Мы пока не попробуем, не поймем. It's unreal. Итак, лайфхак number 2. 3500, нет, 3600. А он требует 5600. 3600, а 3500. 3600. Я сказал, что 3600, а он требует 5600. Так, первый и 3, 4, 5, 6, 7. То есть ты будешь седьмой? Это седьмой? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Седьмой и первый. Да. Итак, мы начинаем, кнопочка старт. Ой, цвета, мы цвета. Точно. Пробуем заново. Ну, короче, мы создали новую комнату, и здесь мы уже выбрали второй и четвертый. Это синий и розовый цвет. Надеемся, что лайфхак рабочий, потому что это бомба, супер ракета быть импостером по цвету. Тихо, все, 9 человек, начинаем. Стой. Да все равно начинай, какая разница. Баба Капа покинула игру, ты че, баба? Начинай, какая разница, мы просто лайфхак проверяем. Ну, а может, там надо 10 человек? Ты не думал об этом? Чертов единорог! Старт! Все, не все, старт. Так, тихо, смотрим и... Так. Что? Чепуха! Оба члена экипажа. Да, короче, ребят, этот лайфхак не работает. Причем у нас два человека было, не один. И ни одного как бы... Давайте переходить к следующему лайфхаку. Как спрятать труп в Among Us? Нет. Сначала нам нужен труп. Теперь встаем логично. Так, чтобы труп не было видно. Ау. Так вы можете убивать игроков, пока они делают задание, и а ты потом притворяешься вставать АФК на их место. Другие игроки будут думать, что вы выполняете задание. Какой АФК, типа делаешь задание? Ну нет, а если вдруг ты посередине комнаты стоишь, а там задания нет? Блин, ну это все равно типа очень странно. Короче, мы станем предателем, кого-то убьем, прикроем труп и будем стоять. А прикинь, какая будет подстава, если к тебе кто-то подойдет, а там будет снизу кнопочка репорт. Ну в общем, мы сейчас тоже попробуем, посмотрим вообще, где канал это или нет. Если что, я убью тебя где-то возле стенки. Ты не против? Не спрашивай, ты не против! Переходим. Так, мы сейчас зашли в комнату к другим игрокам. И, собственно, будем надеяться, что мы сейчас будем импостерами и сможем кого-то грохнуть. Ой, да, это будет тяжело, учитывая наши шансы на импостера. Если хотя бы один из нас будет импостером, в принципе, мы можем пожертвовать друг другом, да? Так можно просто рандомного какого-то убить. Мы же проверяем. Надо, чтобы удобно поставить и убить, понимаешь? А разница? Большая. Ну, хочу новогодним быть. Буду гирлянды и будет цвет мороз. Ой, я эльф. Ты дубина, какой эльф? Ты в космосе. Да мне все равно, Новый год, что в космосе? Что за дискриминация? А как празднуют Новый год в космосе? Я знаю как. Как туда Санта я долетает? Я знаю как. Как туда Санта долетает? Я знаю, как они празднуют. Как? Отлично. Скрести пальцы, быстро, быстрее. Че так? Тихо. Так. Из 5 человек есть 3 импостера, и эти 3 это не мы. Сейчас все импостеры, кроме нас. Не, если это так, это ж капец. Я тебе корону твою забираю, теперь я буду единорог. Бор! Кради я! В атаку! Стой! Сидень! Скрести пальцы, быстро! Скрести! Да как так? Если мы сейчас не будем импостером, хотя бы кто-то. Я эту елку опрокину, ты понял? Слышь, ты елку не. Новогодняя! Елку не трогай. Новогодняя ночь пойдет по жопе! Ты гринч вонючий! Не надо! Ты не знаешь, как он пахнет, ублюдок. Давай начинаем! Пальцы! Йо. Скрести пальцы! Еще на ноге скрестил. Вот нога может, кстати, помочь. Фак, жопа, блин, как! Итак, ребята, вывод! Труп никак не скрыть, потому что ты не будешь импостером. Давай пробовать еще. Ну ладно, да. А не играем. Дай
Победный танец. Давай вначале сыграем. Так, идем со мной. Так, как раз комната не сильно быстрая. Куда мы идем? Куда? Идем со мной. Слушайте, мне кажется, вот никогда не делайте так, как я. Да. Так, идем. Ты идешь? Да, иду. Так, давай идем в электричество. Сейчас тебя там закрою. Давай. Так. Вот тут. Не, вот. О, давай возле задания, типа, вот тут. Да, давай. Давай, так. Марта, вали! Марта, кыш, вон, наказана! О, подожди, давай сделаем по-другому, давай ее грохнем. Не надо. Анатолий! Так, тихо. О! А у меня труп, у меня вот труп на другом месте находится. А у тебя видно? Да, у меня все видно. Видишь? Я тебя попытаюсь... Так, подожди, на труп не наставь. А, ну да, все. Все, стоим. Все, стоим. Стоим, ждем. Надеемся, что никто не заподозрит. Да. Ну ладно, поиграем подольше. Мы сейчас другого будем убивать. Ну ничего страшного, убивать это неплохо. Ну вы поняли. 4, 3, 2, 1. Иду, да здесь двое. Так и все, их осталось всего двое. Подожди, а два предателя или один? А убей меня, да какая разница? Все, убей меня. Я за тебя, убей меня. Ну хорошо, а подожди. Kill me. Да выше подойди, чтобы я успел. Can you feel my heart? Да ну ёб твою мать. Да ну что за... фигня! Молодой фараон, я сломал ее крача. Что? Я сам опрокинул эту елку! Это проклятие просто. Нафиг так жить. Чина. Yeah! Я импостер. Я лучше. Хорошо, я давай, лучше. Пошли. Так, куда идем? Куда? Давай в мидпункт. Слушай, мне кажется... Давай вот тут просто сделаем, вот тут. Сделаем тут вот это. Ставь посередине. Не, посередине они придут и... Анатолий! Два предателя! Просто! Мы не можем убить сейчас друг друга. Хотя у кого-то давай убьем. Вдвоем станем, понял? Нам опять повезло! И сосочка! Четвертый раз подряд, капец! И сейчас нас снова выкинет. Идем, убей меня, пожалуйста! Давай, пошли! Стой, ты куда ушел? Мы же обычно бежим! Стой! Давай сюда! Нет, здесь люди! Давай, пошли! Вряд ли! Да нет, идем! Ну иди сюда, иди в электричество, иди сюда! В электричество, окей, я иду в электричество. Здесь есть кто-то? Нету. Давай, закрывай. Сейчас, подожди, электричество. Все, закрыл. Так, давай, иди сюда. Вот, давай. Сюда ближе, чтобы там не ходили. Да, все, тихо, нормально, тихо. О. Все. Да, мы встали! Айфон, говно! Не работает! Мы что, ради этого? Мы ради этого играли столько, ёб твою мать! Пацаны, лайфхак, полное говно, не работает, не працюет. Это же кидалово, да, или как это называется? Короче, ребят, все фигня, ничего не работает. Так, ага, не получается. Ты понял? Да, я понял. Самое трудное задание, которое достает просто всех, это задание с визитной карточкой, где ты не можешь просто пропуск сделать. То слишком быстро, то слишком медленно. То есть ты несколько раз проводишь очень быстро карточкой, то туда, то сюда, и все выполняет. Он начал игру, боже, неужели? Я Хрюмит, а ты член экипажа. Ну мы, конечно, как всегда, не предатели, но да ладно. Так, побежали проверять карточку. У тебя попало задание с карточкой? Не знаю. Ну, а у тебя? Иди в админ, это в комнату управления вроде у тебя. Посерединке находится. А у меня да, там есть, а у тебя? У меня вроде тоже, но а я-то зачем? Тебя. Право. Домой! Анатолий! Проклятие, блин! Как мне хоть один лайфхак был? Стой! Ты когда мертвый, ты тоже можешь проверять. Ой, выполнять задание. Да? Да, ты можешь сейчас пойти проверить. Да, ну давай попробуем. Ну что это за невезение, блин? Я просто I wanna die. Так, все, я лечу. Давай. Так, вот сюда, да? Только твоя козявка грустит с боком. Так, выполняю. Смотри. Да. Так, вот, я делаю вот так. А теперь много раз туда-сюда. Все. Поражение! Довольте! Лайфхаки работают!
это же я теперь играть буду лучше. Сколько времени я тратил, чтобы эту фигню просканировать? Когда ты начал выполнять задание? Короче, ребят, лайфхак работает. Если вы также проблематично этой карточкой будете, просто сделайте вот так вот много резко. Да, оно получится. Сейчас будет тот лайфхак, в который я меньше всего верю и уверен, что он не получится на 900%. Я тоже так думаю, но надо проверить. Как из призрака снова стать членом экипажа? В самом начале, когда вы находитесь в комнате, введите вот этот код. Так. Потом, когда вас убьют через 5 секунд, вы станете снова живым, пользуясь. Отправляй своему лучшему другу, чтобы он тоже знал. Ну, есть вероятность, что это работает. Типа, я могу ввести код и постоянно жить? Или один раз? Ну, возможно, я не знаю, мы проверим это. Итак, вписываем код для воскрешения. ВД, да помолчи. Так, пишем этот текст ВДТ2 ЕЙН. Как бы это появилось в чате. И мне кажется, что... Сейчас подумаю, что я дебил. И вообще, мне кажется, какую-то команду надо до написать, нет? Слушай, не возникай. Хорошо, все, мы сделали так, как оно пишется в видео. Надеемся, то, что получится. Ну что, значит, теперь наша цель умереть? Наконец-то. С этим у нас проблем не было никогда. Это Лиана. А что они повторяют, я не понимаю. Они эти. Повторюхи, вот. Влад А4. Кстати, когда мы говорим слово МОМО, нам видео блокируют. Ты знаешь, кто я? Я. Анатолий. Серьезно? Да. Идем, я тебя в какой-то комнатке грохнул. Давай. Так, давай вот прям вот тут, что нам? Давай в медпункте. Вот в медпункте, закрой медпункт. Да, какая разница, вот. Не, закрой медпункт. Походу. Ой. Ты дебил? Ты что, пицца, блин, как мы делаем, блин? Впервые за 10 игр сделали импостер, ты дубина, блин. Ну ты какой ты тут? Где? Мы уже час не можем это видео срано снять. Мы не воскреснули! Да! Мы не воскреснули! Чё ты радуешься, блин? Лайфхак не рабочий, лайфхак говно. Так мы хорошо, я думал, что мы один лайфхак проверяем, мы проверили другой. Ну, так да. Я имею в виду, что, несмотря на то, что ты... Это, ну, в принципе, не, ну, нам сыграло на руку. Ура! Короче, не все так плохо. Да. Отдохни. Прятать. Этот текст не работает, и вы не воскреснете, если вас убьют. Лайфхак не работает. Адима, кепка? Да пофиг на кепку. Моим зрителям не пофиг. Итак, ребята. Да, в общем-то, что я могу сказать, друзья. С вами был я, Демьян Волков, Ванюха. Следующий видос снимем, скорее всего, Among Us прятки предметами. И снова оседает.